Тепло и снежно. Такая погода продержится в Красноярске почти всю эту неделю. Вот только к выходным обещают похолодание. Как будет меняться погода, прямо сейчас расскажет специалист гидрометцентра Иван Гордеев. Иван, добрый вечер. Надолго ли в Красноярск такая теплая и снежная погода? Добрый вечер. Ну, по крайней мере, до конца рабочей недели преимущественно такая погода и сохранится. Ну, а случилось это сегодня благодаря теплому фронту циклона с центром над Томской областью. Из-за него тепло и снежно. Такая же погода примерно сохранится и сегодня ночью, и завтра днем. Ночью на дорогах, особенно в окрестностях, ожидается сильная гололедица. А завтра днем, завтра в дневные часы есть вероятность и слабоположительных значений. Но вот к вечеру нас накроет холодный фронт, осадки будут прекращаться, а температура воздуха понижаться. К вечеру ждем до минус 6, в ночь на среду ожидается около минус 10 градусов. На дорогах будет очень скользко, и снежная касса промерзнет. Но долго мерзнуть красноярцам особо не придется, потому что ситуацию выправит очередной циклон, придет к нам с Карского моря. И со среды по пятницу будем находиться в его теплой передней части, преимущественно в юго-западных воздушных потоках, и в город вновь вернется такая теплая и снежная погода. Но вечером в пятницу, согласно предварительным прогнозам, вновь холодный фронт, вновь интенсивное похолодание, но уже более значительное, так что к воскресенью в ночные часы можно ждать около минус 20 градусов, ну а в дневное время около минус 15. Только что в холодном воздухе начнет усиливаться антициклон, и осадки уже на выходных, если и будут, то небольшие, и моментов прояснения станет больше. Но это согласно климатическим характеристикам, погода на выходных больше будет соответствовать декабрьской, чем ноябрьской. Какой она будет дальше, узнаем через неделю, Илья. Спасибо большое. Это был Иван Гордеев, специалист гидрометцентра.